Тема урока – английские глаголы с предлогами. У английских глаголов есть много особенностей употребления, которые имеют значение при переводе. Одной из таких особенностей является сочетание глаголов с предлогами или фразовых глаголах. При употреблении одного и того же глагола с различными предлогами значение его существенно меняется, и незнание этого факта может привести к трудностям в общении. Рассмотрим наиболее распространенное сочетание английских глаголов с предлогами. Глагол look. Look for – искать кого-либо или что-либо. She is looking for her bag. Она ищет свою сумку. I was looking for my book the whole evening. Я весь вечер искал книгу. Look after. Приглядывать за кем-то. He had to look after his little brother. Он должен был приглядывать за своим маленьким братом. Look at. Смотреть на что-либо, на кого-либо. She said, look at me. Она сказала, посмотри на меня. Глагол put. Put on. Надевать одежду, набирать вес. It's cold here. Put on a sweater. Здесь холодно, надень свитер. She has put on some weight. Она набрала вес. Put away. Убирать. Put away your things, please. Убери свои вещи, пожалуйста. Put off. Отложить на время, мешать. The match was put off until next week. Матч был отложен до следующей недели. Your talk put me off. Твоя болтовня мне мешает. Put through. Завершать, выполнить что-то. All the pupils have put through the task. Все ученики выполнили задание. Глагол take. Take away. Забирать, убирать, отбирать. She took away her money. Она забрала свои деньги. You may take the dishes away. Ты можешь убирать посуду. Take back. Возвращать. Take this lamp back to the shop. Верни эту лампу в магазин. Take out. Удалять, выводить. На прогулку. I have had my tooth taken. Мне удалили зуб. She often takes out her children to the cinema. Она часто водит детей в кино. Take off. Снимать, убирать, уносить, увозить. He took off his wet coat. Он снял свое мокрое пальто. Take your toys off the table. Убери игрушки со стола. Take down. Снимать, спускать, сносить, разобрать. I took down the curtains to wash them. Я сняла занавески, чтобы их постирать. This house was taken down last year. Этот дом снесли в прошлом году. Глагол get. Get along. Ладить с кем-то. He gets along with his classmates. Он ладит со своими одноклассниками. Get away. Уходить, убегать. We got away from the big dog. Мы убежали от большой собаки. Get on. Садиться на какой-то транспорт, не в машину. I must get on the bus at 4 o'clock. Я должен сесть в автобус в 4 часа. Get off. Выходить из транспорта, не из машины. Удалять. I'm getting off at the next stop. Я выхожу на следующей остановке. She cannot get off the stain on her dress. Она не может удалить пятно на ее платье. Get over. Выздоравливать. My mother is getting over after a heart attack. Моя мама поправляется после сердечного приступа. Get together. Встречаться, собираться вместе. We always get together in the park. Мы всегда встречаемся в парке. Get up. Вставать. I usually get up at 7 o'clock.
Обычно я встаю в 7 часов. Get back. Вернуться. He got back to his hometown. Он вернулся в свой родной город. Глагол go. Go away. Уходить, уезжать. He went away in time. Он вовремя ушел. Go back. Идти назад. Возвращаться куда-то. You should go back. Вам следует вернуться. Go in for. Заниматься чем-то. Going in for sport is useful. Заниматься спортом – это полезно. Go on. Продолжаться. The show must go on. Шоу должно продолжаться. Go out. Выходить, выпускаться. His new book went out in winter. Его новая книга вышла зимой. Go up. Подниматься. She has to go up to the fifth floor. Ей нужно подняться на пятый этаж. Go down. Спускаться. They went down the street. Они пошли вниз по улице. Глагол come. Come along. Идти вместе, сопровождать. You should come along with me. Вам следует пойти со мной. Come in. Входить. Come in, please. Входите, пожалуйста. Come back. Возвращаться откуда-то. They have just come back from the trip. Они только что вернулись из поездки. Come up with. Выдумать, придумать. She came up with this funny story. Она выдумала эту забавную историю. Come out. Выходить. Come out to the front. Выходи к доске. Итак, существуют глаголы, которые меняют свое первоначальное значение, когда к ним добавляют различные предлоги. Таких глаголов множество, но в этом уроке мы рассмотрели самые распространенные. Эти глаголы употребляются фразами, поэтому и называются фразовыми. В разговорной речи они очень распространены, поэтому их стоит запомнить.